Йо-хо-хо и бутылка соленой воды. Ой, как же прекрасно, когда у тебя есть парус. Ох, какой же красивый закат. И я тут рыбачу. Всем приветище! Мы продолжаем играть в рафт и продолжаем выживать, строить свой плот, защищаться от акулы. Надеюсь, что я ее скоро поймаю и съем нафиг. Она стала грызть мой плот. Кстати, да, я сделал себе новое хранилище. Вот такое вот маленькое, махонькое. Здесь вмещается всего 8 единиц. Но мне пока этого достаточно. Кстати, да, надо немножечко поесть. Так, где мой инвентарь? Воу, стопэ, акулище. Я тебе сейчас ноздри повытыкаю. Точнее, понаделаю еще 4 штуки. Блин, у меня сломалось все. Так что ж такое-то? День начался с неудач. Нефартовое утро. Дела попахивают не очень. Где это деревянное копье Made in China? Чтоб ее, во. Во, наконец-то есть. Целенькое, целехонькое. Буду теперь эту акулу ловить. Акулище, где ты? Высовывайся, я тебе сейчас повтыкаю. Повытыкаю. О, две бочонки плывет, надо их поймать. А, точно, я же рыбу хотел пожарить. Я же кушать хочу сейчас же. Типа, утро, надо позавтракать. Бочонки, я плыву к вам. Я сделал весло. Сейчас поймаем, вот так. О, свеклы, свеклы, я свеклу. Ой, картофан нашелся, обалденно. Я сейчас так позавтракаю, что мне в ресторанах обзавидуются. Рыба, рыба, рыбка. Жарится, ага. Сейчас будет жареха. Акулище, твоя очередь тоже настанет, жди. И тебя зажарю. Ну, в смысле, это, на сковородке зажарю. А не то, что вы там это... Хотя я не думаю, что вы об этом подумали. О, суша! Суша! Надо быстрее сделать якорь и отправиться на сушу. Так, подожди. Во! Разовый якорь. Нужна веревочка. Сейчас мы ее сделаем. Вот так, веревочка есть. А также я хочу сделать еще себе парус. Парус надо сделать. На втором ярусе его поставлю, который я еще не достроил. По правому борту берег. Где мое весло? Китайское весло, которое самопальное, которое сам... О, да там еще и плот есть, смотри-ка. Дабл страйк. Вот мне фортануло. Хотя плот, по-моему, уже отплывает, и я его не догоню. Смотри, сколько там растений. Там, по-моему, манго, фиганго, всякого чего там только нет. Сейчас якорь скину на дно. И полазим, что там у нас есть. Мне бы еще туда взобраться. Так, я не понял, здесь чайка летает? Не скоммунизила бы она у меня что? Где эта чайка? Чаечечка, где ты? Скотобаза улетела. Ладно, здесь еще вон одна скотобаза плавает. Надо быть аккуратным. Этим джентльменом. Аккуратненько высадиться на берег. Блин, это категорически сложно будет, потому что здесь все так высоко. Это пипец. Походу мне надо будет построить лесенку для второго яруса. И со второго яруса перепрыгнуть туда. Ну давай, греби своими ручищами, дрищищами. Блин, ну что ты? Брось якорь. Якорь, да, сюда. Я... Вот. Бросай. Все, стопэ. Блин, отплыл. Фух. Фух, вроде все. Вроде бы нормал. Да чтоб тебя, блин. Спиногрыз недоразвитая. Ну, уплывай отсюда. Ладно, поехали. Попробуем. Я не знаю, как туда подняться. Это пипец. Значит так. Тихо, без паники. Надо сделать вот так. Ну, только буржуи так делают. Слушай, я все дерево потратил. Дерево есть. Дерево надо. А крюком? Вот так вот крюком. Давай, доставай. Доставай ягоды манго. Блин, а прикинь, что-то крюк-то. Крюк. Я есть хочу. Сейчас. Тихо. Я думаю, что это урчит-то. Это я есть хочу. Все. Тихо. Не урчи. Долбаный остров. Как на тебя взобраться-то? Неужели мне придется второй ярус строить? У меня и так дерева-то нет. Так, что у нас здесь на дне? Есть хламище, надо хламище собрать, пригодится. Короче, у меня другая гениальная идея. Надо сделать вот так. Вот это я все нафиг убираю. Во. Да, от крыши моей ничего не осталось. Уже и ночь к тому же. И теперь можно сделать вот так. Берем самый мощный мостик. Да твою дивизию, а ну выйди. Выйди с моего плота. Дверь мне запили. Плот мне почини. Вот так вот, все. Фух. Так, сейчас плот... А, нет, если я плот сейчас забью, то я не смогу лесенку построить. Дерева и так мало.
Вот так вот, нафиг. Эй, горе-мастер, как я сделал-то его-то, блин. Придется еще вот эту верхушку снести. Вот так вот. Высаживаемся. Интересно, я допрыгнул или нет? Так. Да. А тут есть бег? О, точно, я прошив забыл. Здесь же разбег есть. Вот так, да, наконец-то я взобрался. Ну что ж это за дела-то такие? Пришлось полплота разобрать. Ну, оно того стоит. Во, дерево появилось. Пойдем сейчас хранилище сделаем. Вот так вот, вот это поймаю, вот это нормас. Сюда камни, значит, кокос, моллюска вот этого. Красное семечко тоже сюда. Болты, нафиг они мне болты, эти пока непонятно. Манго рубим, рубим манго. Манго. О, акула. О, ананас, круто, ананас, это ж вообще чума. Зананасю сейчас на своем плоту. Еще один красава. Так, я, по-моему, уже весь остров разобрал, все, что можно было, вырезал и собрал. За исключением вот этих двух манго. Так, о, пальмочка, как я тебя не заметил. Сколько тут цветочков-то. Не понял, ты чё, тупица, выкидываешь это доски? Чё, местов нету? Да, местов нету. Пойдем сбросим балласт. Блин, блински, почему я не могу под лестницей поставить хранилище? Здесь самое четкое место для него. А, чудо-горень. О, сюда могу, прикинь. Вот так могу. Хе-хе, отлично, тогда сюда. Я покорил этот остров. Прям до рассвета разобрал его. Все здесь пусто и, кажется, я хочу пить и есть. И у меня изжога. Я сейчас буду попердывать. Так, тихо. Стопы. Стопы, надо доползти до плота. Где моя водичка? Блин, я воды забыл набрать. Сейчас по-быстренькому. Тихо, не урчи. Свеколышка. Дай-ка я тебя съем. Сейчас. Ой, так полегче будет все же. Давай, кипятись быстрее, вода. О, ананас могу съесть, утолять жажду. Нормас, давай ешь. Отлично, все получше. Вот она. Вот она, рыба моей мечты. Чё, все что ли? Я тебя прикончил? Блин, а как тебя разделать-то? Офигеть, я ее прикончил. Я же говорил, что я тебя прикончу, я тебя поймаю. Так, надо. Эй, тихо, не тони. Мне с тебя еще мясо надо собрать. Может, тебе топором? Нет, топором не получается. Блин, сломалась палка. Короче, я с нее не нормально так мясо поднял. Офигеть, сейчас акулочки попробуем. Зажарим акулочку. Иди-ка сюда, акулочка. Так, сырое акулье мясо. Нифига себе, оно какое-то здоровенное. Это ж целый завтрак и обед будет. О, водичка, кстати, набралась. Выпьем же за наш хороший улов. Так, что значит, здесь мы закончили. Пора отбывать. Поднять якоря. Сейчас. Вот так. Все, поплыли. Плывем. Хорошенечно плывем. Ох, жизнь удалась. Так, чё, я ж там рыбу хотел попробовать, да? Акула, смотри, я ем твоего сородича. Вот что с тобой будет, если ты будешь на меня нападать. Куда она делась-то? Сейчас стану повыше. Акула! Акула, где ты? Чтоб тебя, чтоб ты на дно провалилась морское. Короче, вот, смотри. Видал, да, я твоего сородича съел. Всё. А, вот она ты. Короче, ты теперь знаешь, что будет с тобой, если ты ко мне полезешь. Понятно тебе? А еще у меня есть вот такая вот штука, носопырка. Она тебя носопырку сделает. И значит так, надо расширить свой плот и начать его уже обустраивать. Делать кровать, все дела, походу, что на этом плоту я буду жить вечно. Так что сделаю из него шикарнейший люксовый номер. Расширяем водное пространство. Так, и сюда. Значит так. Сделаем небольшую грядочку. Сейчас посадим там что-нибудь. И не знаю даже, что посадить. Но что-нибудь сейчас посадим. Сделаем мы грядочку вот здесь вот. За лесенкой нормально. И посадим мы сюда. Что посадить? Во, ананасовое семечко есть у меня. Отлично, сейчас засадим. Так, семечки, где вы? Идите сюда. Как вас посадить-то? Вот же грядка. Что, вначале воды что ли налить? Давай солененькой пробнем. Фак! Зачем я ее выпил, тупица? Надо ж полить было. Налить жидкость, вот, налей. О, вот эти могу. Отлично, значит, садим. Ну вот, значит, три цветочка посадил. Отлично.
значит, будут цветоводом. В общем, так, я соорудил второй ярус, мини-второй ярус, снова его отстроил. И сейчас я поставлю на нем парус. Парус я уже изготовил. Вот такой вот парус. Ну что, поднять паруса? Хо-хо, да, как истинный пират у меня теперь есть. Отличный парус, Джек Воробей Ёкарный. И ну-ка. Да, мы еще и можем управлять. Ха-ха, ё-моё, сейчас мы с тобой попиратим. Бутылка соленой воды, ё-моё, сейчас. Взять на абордаж вон тот вот плот. Разворачиваемся. Опачки. Сюда, сюда, сюда. Плывем, плывем, плывем. Сейчас я быстренько его возьму. Стопы. Надо пустить паруса. И профукал. Профукал момент. Кажись, плот уплывает от нас. Я, походу, быстрее сам доплыву. Вау, акула укусила. Но зато я взял кучу всего нужного. Так, так, так. Ай-яй-яй, мои ноги. Разворачиваю парус и плыву прямо вон туда, к бочке. Йо-хо-хо, и бутылка соленой воды. Хе. Ой, как же прекрасно, когда у тебя есть парус. Когда несет тебя воздух туда, куда ты хочешь.